В отделе ГИБДД царило по-настоящему весеннее и праздничное настроение. Успешная сдача экзаменов и получение первого в жизни водительского удостоверения – событие само по себе приятное и запоминающееся для каждой представительницы женского пола. А в этот день оно было приятным вдвойне. Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции осел мужского коллектива поздравляют женщин с Международным женским днем 8 марта. Искренне желают крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия. Оставайтесь такими же красивыми, чуткими и нежными. Будьте внимательны и аккуратными на дороге. Соблюдайте правила дорожного движения. Безопасных и безаварийных дорог вам. Вместе с заветным для любого водителя документом сотрудники регистрационно-экзаменационного отделения дарили автоледи цветы и поздравления. Дорожные полицейские вручили цветы не только девушкам, которые пришли впервые получать водительские удостоверения. Букеты получили и опытные автоледи, и маленькие представительницы женского пола вместе со световозвращающими браслетами. Для женщин такое поздравление от сотрудников госавтоинспекции стало приятной неожиданностью. Здравствуйте. Нашим подразделением хотим поздравить с наступающим праздником вас. Это вам. И пожелать всего самого наилучшего. Грета Шаковна, еще раз праздник. Без аварийной езды всего вам хорошего. Много теплых слов и поздравлений прозвучало в адрес милых дам. В завершении акции сотрудники Одинцовской госавтоинспекции пожелали всем участницам дорожного движения прекрасного настроения, зеленого света на жизненном пути и безаварийных дорог. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».